Вы наверняка бывали в Донецке, в Горловке. Конечно, на Донбассе, и в Луганске, и в Донецке. И мы объехали всю Донецкую область в свое время. Но это было до 2014 года. Как сейчас вы воспринимаете то, что там происходит? Я скажу те же самые слова, которые я говорил. Трагедия, безумие и огромная-огромная ошибка.